Уже прыжки, смотрите. Вячеслав, вы, ага, вы будете комментировать, да? Да, это ребята показывают прыжки. В принципе, ролики – это урбанистическое катание. Да, это катание по городу. И весь город для нас является препятствием. Вот, это прыжки на стиль. Какие любимые места в Донецке, где вот там роллеров точно можно увидеть? Ну, это, конечно, специально подготовленная яма, как мы ее называем на планетарии, ага. Рядом с Дворцом Пионеров. Специальное место, да? Да, специальное место, специально отведенное. Парк Щербакова за главной сценой, где у нас свое оборудование, где ребята тренируются. Вот. Ну и сам город как таковой, вот так, как мы видели сейчас, ступеньки, да, вот так ребята начинают забег и едут по всему городу, используя все препятствия для себя. Ну, для начала, смотрите, прекрасный шарж на Дениса. Вот, традиционно я его отдам, как только он будет уже свободен. А сейчас, Максим, что происходит, расскажите. Я сам еще до конца не пойму, что происходит. Я лежу на площади Ленина в прямом эфире. Ну то, что Максим лежит на площади Ленина, это уже все видят, да. Максим, ты не боишься? Нет, а сейчас боюсь. Это одна из самых зрелищных дисциплин, как шоу-программы. Давайте мы с вами отойдем. Я подумал, вот, я боюсь. Это прыжки в длину, как дисциплина спортивная, но через людей. Вот. Ребята начинают прыгать, потом постепенно повышают количество лежащих. Я бы там не лег. Максим, я не знаю. Максим уверен, он, наверное, видел наше выступление. Первый раз. Поэтому он уже уверенно ложится. Ой-ой-ой. Так. Надо еще кого-то положить. Ну что, давайте добавим, ребят. Юрий, да, тут... Ну что? Надо. Давайте. Да, спасибо. Давайте, давайте, я, давайте, знаете, как поступим? Вы сюда, а я последний. Ну, так, замыкающий. Ты думаешь, это поможет? Ну, в ряду. Итак, смертельный номер. Попрошу обратить внимание. Прошу. Прошу обратить внимание, смертельный номер. Ведущее место дивана ложится в пиджаке на площади Ленина. Через него будут прыгать. Все. Канал Донбасс может потерять его ведущего. Одного. Давай, Максим, хотя бы одного. На. Я с вами. Ты помоложе, ты можешь остаться ведущим. Я... Я могу добавить? Да, пожалуйста. Я скажу, что страшно не только в конце, но и в начале. Нет, еще одного. Ну, как вы себя чувствуете? Еще кто-то одного. Хочет полежать одного рядом. Человека. Давайте тут отойдем. Кто с утра планирует полежать на площади Ленина? Отойди. Голову. Да, Максим. Кстати, субботнее утро можно получить отличный загар, ровный. Да, ну, ленинский. Еще один. Когда бы я еще полежал на площади Ленина? Максим, Юрий, скажите, ну как у вас ощущения? У нас отличные, сейчас давайте у Юрия спросим. Ну, настроение, впечатления просто классные, действительно. Ой, прыжочек разгоняется. Еще один. Ребят. А вот этот был близок уже. Спасибо, спасибо, ребят. Вот, аплодисменты, посмотрите, бурные какие. Фу. Ну что? Денис, что еще вы показываете? Что еще? Максим. У нас есть. А, можно показать еще дисциплину слайда. Здесь, конечно, плитка. Это будет достаточно сложно. Зрелищности как таковой сильно не получится. Ну, хотя бы, чтобы было понятие, что это такое, да, и люди знали, понимали. Вот, пожалуйста, смотрите. Это Костик, парень в зеленой кепочке. Вот. Слайды – это эффектное торможение, в принципе, под углом 90 градусов. А правда говорят, плоскости, что именно на роликах одно из самых сложных – это именно уметь тормозить, останавливаться? Да, конечно, конечно. Особенно на улице, в городе, где покрытие, где подъемы, спуски. Поэтому это является проблемой, и к этому приходят в течение недели, бывает. Ну, опять же, каждого по-разному. Смотрите, а то, что у вас такая, я смотрю, группа, которая вместе катается на роликах, ну, вы, наверное, вместе проводите много времени, вы уже фактически друзья. Да, мы друзья, да, ходите, да. Что вы еще делаете вместе? Да, практически все. Многие ребята учатся вместе, вот, кто-то где-то работает, вот, но вечерами все собираются. И численность тоже здесь, это даже не все. Вот, это малая часть роллер-спорта нашего города. Ну, если мне как начинающему, что нужно купить? Наверное, какие-то наколенники, наколотники, или это не поможет? Нет, конечно, защита первостепенна и важна, вот, и ролики, ясное дело, вот. Можно попробовать взять ролики в прокат на первое время. Пойдемте, Денис, вместе со мной. Мы сейчас подойдем к людям, которые находятся у нас на площади, и просто у них спросим, даже я попрошу это сделать вас. Спросите, вот кто бы из них, кто умеет кататься на роликах, кто бы захотел научиться? Вот я вам так дам микрофон, да, прям. Ребят, ну, спасибо. Скажите, пожалуйста, вы катались на роликах когда-нибудь? Да, катался в детстве. В детстве? Замечательно. Так, а вы? В детстве тоже катался. Тоже в детстве? Да. Видите, весь город катается на роликах, а вы?
Не, вы чего, я их боюсь. Так, 2-1. Нет. Нет, не пробовали. А хотите попробовать? Размера не найдется. Не, ну, может быть, на сейчас. У нас есть и 47-й, и 48-й ребята катаются. Да. Я катался раньше. Катались? Много? Ну, лет 5, может, где-то. Сложно было? Да не, как на коньках. Не бойтесь, пробуйте ролики. Девушка. Да, я каталась в 11 лет в гараже каталась. Прыгала через трамплин, даже так. Как ощущения? Ощущения очень такие захватывающие. Потом ходишь, всем рассказываешь и переживаешь это ощущение вновь. Ну, видите, большинство города катается на роликах. Отлично. Я приглашаю всех кататься на роликах. Учитесь кататься на роликах, на скейтах и так далее. То есть и лучше, чем утро проводить и целый день пролежать в постели. Это, по крайней мере, интересно. Ну что, Максим, я хочу еще, чтобы вы поговорили с самими ребятами. Вот насколько это для них драйва, насколько им это интересно. Сами участники, наши герои сегодняшней площади, пожалуйста. Может, Максим? Они сейчас лихо, они лихо к нам подъезжают. Не видно ли? Ребят, давайте станем так и по очереди будем хвастаться своими достижениями в этом виде спорта. Как тебя зовут? Маша. Маша, как давно ты занимаешься этим, ездишь по субботним прямым эфирам? По прямым эфирам? 5 лет. Отлично. По субботним прямым эфирам или катаюсь? Катаешься. 2 года. Как зовут? Евгений. А по профессии Евгений? Я очки, наверное, сниму. А я еще учусь, ученик. Где? В школе, в лицее, многопрофильном. У меня борода начала расти только в высшем учебном заведении. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Денис зовут. Денис, ну, я как просто... успехи в спорте? 5 лет на роллах. Отлично. Успехи, ну, медали получаю иногда. Кто-то здесь больше всех падал, я заметил. Честно, вот давайте так вот, по совести, кто это был? Один раз. Нет, больше. Не слышал. Я ну, кто? Ну, один раз. Самый неопытный? Нет, самый опытный. Самый рисковый. Плитка, самый рисковый. Не место, да, для слайда, плитка, на да. самом деле. Она стопорит очень сильно. Только начинаешь ходить сразу. Ну, в общем, такие вещи. В общем, мы не смогли показать. В общем, это опасно. Эдуард. Эдуард. А где вы собираетесь? Как можно к вам попасть, в ваши ряды пробиться? Или у вас может быть какая-то каста закрыта? Парк Щербакова за сценой. Парк Сокол, часовня. А, смотрите, более конкретнее говорит. Ну, да. Здесь вот у нас есть как раз сайт, который может собирать, информировать 4 роллера. Почему у вас называется 4 роллера? Нет, а я думаю, у вас чего 4 там. 4 роллера организовать. Спасибо, ребят. Вы, пожалуйста, еще вот примите разгон, покажите нам прыжки красочные со ступенек, да. Собственно, готове. Юрий! Вам слово. Да, отличная команда. Денис, вам огромное спасибо за участие. Попрошу наших операторов показать все-таки один из самых сложных элементов, да, вот эти прыжки. Да, достаточно зрелищные. Ну вот сейчас ребята разгоняются. Потому что этому надо учиться очень много. А я хочу сказать, вот, пока у нас есть небольшая пауза, что сегодня у нас беспрецедентный эфир. Это премьера на канале «Донбасс». Это программа «Донбасс Лайв». Пока тепло. Программа, которая будет выходить по субботам с 9.30 до 11. И в следующую субботу мы ждем здесь всех четвероногих друзей. Здесь будут представлены самые разные собаки. Большие, малые, охранники, артисты. Собаки, которые могут петь, танцевать, искать. Я думаю, будет очень-очень-очень интересно. Хотя сегодняшний эфир, я считаю, уже достаточно удачным. Итак, давайте посмотрим. Денис. Да. Я за ребят, конечно, пожалуйста, не переживаю. Представьте, пожалуйста, нам, ваших друзей, которые будут сейчас... Давайте будем знать героев в лицо и по именам. Да, конечно. Сейчас посмотрю, кто начинает. Давайте, я возьму микрофон. Так. Сейчас ребята подготавливаются. Потому что безопасность превыше всего. Они через вас будут перепрыгивать, да? Это парень Эдик. Он инструктор по роликовым конькам. Примеряет высоту. Так, кто за ним? Проверяет. За ним. Это как пристрел, так называемый. Это проверяют, да, чтобы все прошло хорошо. То есть все-таки есть какие-то замеры, техника, да? Конечно, ну да, лазомер, да, траектория. То есть это все ребята просматривают, чтобы не было сюрприза уже, когда оторвался воздух. Вот, да, вот он, Эдик, это инструктор. Парень учится в институте сейчас. Да. Получал несколько медалей на соревнованиях в Украине.
в частности, по прыжкам в высоту с трамплина и по прыжкам на стиль. Вот. Это Денис, достаточно опытный райдер, и ну, он полноценный призер. Практически постоянно, когда он участвует, он везде получает какую-либо медаль. Отлично, отлично. И... Вот. И в принципе, это мой диджей. Он диджей. Но после того, как я полежал на площади Ленина и через меня прыгали роллеры, я думаю, что мне уже многое не страшно. Ну и сейчас я хочу поблагодарить Дениса. Денис, ну, с вами было сегодня здорово, клево, интересно, драйвово, весело. Вы молодцы, что вы так активно проводите время. А все, кто еще не решился, обращайтесь к Денису, обращайтесь к ребятам. Я думаю, мы обязательно поможем и научим. Естественно, это же лучше, чем многие другие вещи, которыми иногда мы увлекаемся. Максим! Я слышу, я на связи. Что у нас там? У нас мы сейчас с Лехой придумаем. Сейчас мы где-то... мы уже почти готовы. Сейчас буквально одну секундочку. Так вот, мы с Лешей... Все, спасибо.